Прогулка с хаски, изысканные блюда по рецептам коренных народов, экскурсии и славянские праздники. Эти и многие другие идеи представили участники конкурса по разработке туристических маршрутов в Нефтеюганском районе. Члены жюри обращали внимание на уникальность, удобство, безопасность и перспективность проектов. В итоге выбрали три маршрута, которые войдут в календарь туристических активностей Югры. Первый маршрут – славянские праздники возрождения рода. Это своеобразный календарь мероприятий, русских вечерок, мастер-классов по сбору трав, изготовлению свечей и оберегов. Второй призер конкурса – маршрут «Лемпина, душа моя». Он вобрал в себя все значимые и яркие события и места национального поселка. Однако больше всего жюри впечатлила идея хозяйки юрт Петровых Светланы Марущак. Это трехдневная экскурсия в тайгу, где туристам раскроют все тонкости жизни народа ханты. В программе ловля рыбы, сбор дикоросов, выпечка национального хлеба и изготовление обласа. По пути у нас будут стойбище, мы будем выходить, люди у нас гостеприимные, мы также можем зайти, показать, как люди живут на самом деле, что у них есть, что они, ну, допустим, что готовят, что они делают. На сегодняшний день Югра Тревел, один из крупнейших туроператоров, готовы заходить на территорию Нефтеюганского района. Они нам готовы помочь сейчас все это упаковать в турпродукт, в турмаршрут и вводить турагентам нашего округа для продажи.